это отголоски действительности. Когда иногда мне снится, что я погибаю в битве, то если я подкрепляю себя мужеством, мое умонастроение в этом сне постепенно меняется. Я могу приехать сегодня? Давно вас не было. Что на этот раз? Мне снится один и тот же человек уже какое-то время. У него как будто нет лица. И я уже не понимаю, сон это или не сон. Вот так я его вижу. И когда он появился? В августе. Вообще странные вещи начали происходить вокруг меня. Так со мной. Я чувствую за перемены. Давайте поподробнее. Бежал, запыхался, рассказывал какую-то херню и рассказал, что мне нужно зайти домой кое-что записать. Сколько пальцев крутится, сколько пальцев крутится, сколько. Замечательное время. Доктор, я не могу поверить, что с ним что-то не так. Ёбаный в рот. Дима, чёрт, Дима, чёрт. Лови. Всем привет, это Казань. Может, что-то не так со мной? В чём перформанс? Да, доктор, я, кажется, помню, что он сказал. В общем... Последнее, что я помню, это я куда-то плыву. Там были крики повсюду. И что-то в воде. Поэтому я и пытался убраться оттуда. Он говорил про какой-то дом. Я точно не помню. А потом...
Человеку, кто он есть на самом деле, и будете самим собой.